Привет всем любителям пошаговых стратегий и Sid Meier's Civilization 6. Вы видите и слышите Алексея Халецкого и смотрите продолжение партии за Японию с новым лидером из Лидер Пас Токугавой. Арексихо Токугава. Не, блин, какой-то у меня получился французский скорее. Арексира Токугава. Л же вроде не произносится в японском, да? Из Лидер Паса. На последнем уровне сложности, на божестве, еще и с модом, который эту сложность увеличивает. Ну, в любом случае, все подробности в первой серии, там еще и сейв первого хода, если вы хотите со мной вместе проходить. Переходите к первой серии, смотрите, играйте, а мы продолжаем. Так, тут у нас Сидзоку пытаются взять, но вроде как ничего у них не получится, собственно, как и с Такасаки. Окей, да, какой мой золотой век? Я думаю, что вольнодумство надо брать. Я уже кучу гаваней построил. Вроде с неплохим соседством. Так что берем. Ну вот, даже для примера. Тут должно быть 4 науки. Кстати, а нам надо бы морскую инфраструктуру реально открыть. Тут 5 науки, потому что... Морскую традицию, точнее. Потому что тут бонус от соседства для гавани. И мне как раз на науку это неплохо пойдет. Так, слушайте, а вот это место от нас никуда не денется, правильно? Может, все-таки сюда? Я, наверное, сюда поведу город ставить. Ну, тут явно круче место. Ну, то есть, тут просто может Корея занять еще, к тому же. Тут я поставлю спокойно. И все. А тут-то никуда от нас не денется эти места. Фес дал озарение для морской традиции. Ну так давайте как раз вот здесь, после галеры. Или в Нагое давайте. Давайте в Нагое. Там мы и так эти... Хотя вот сейчас прям к Подрирему. Так, лошадочку. Пошли, наверное, пшеничку соберем вот эту. Что-то не появляется больше никто. Решил, ну все, варвары таки нас постоянно убивают. Мы лучше спокойно посидим, доразовьемся до города. Такие, миролюбиво. Пошли, наверное, в госслужбу. Потихоньку открывать. Так, это у нас... Извержение нам ничего не помешало. Аютхая стремя ускорили. Йокогами на производство. Так, а что мы открывать дальше будем? Стены один ход. Не, пошли, наверное, в картографию. У нас уже есть галеры, денег у нас дофига. Надо в каравеллы апнуться и искать другой континент. О, Аютхаю кто-то засоюзил. Ауч. Ауч. А, ну стоп, это Квадрирема, он не возьмет. Квадрирема просто обстреливает. Тогда фу. Так, 100% не дают уникальный бонус своему сюзерену. Давайте не дают торговые. У меня же как раз научный есть. Мой, я сюзерен научный, так что мне не надо. Так. Стоимость производства и приобретения военных юнитов за валюту увеличена на... давайте снижена за производство. Вот это мне интересно будет. Так, 100% культурные себя отправляют и снижены 50% за производство. Это прошло. Ну, культурных вообще... Я, наверное, пока не буду союзить. Ну, вот, кстати, Айтхаю кто-то союзит, у нее там прикольный бонус получается. Кто союзит-то? Сиджон. Кореец союзит, и получается, он будет при строительстве получать не 10%, а 20% культуры. Прикольно. Так. Количество торговых путей увеличено. О, я набил адмирала.
Создает морской юнит ближнего боя с двумя очками перемещения. Ну, нанимаем. Нормально. Все равно никто их больше не делает. Перебросим его в Нагою. Ну подождем, наверное, когда убьем этого и пойдем черепашек обработаем. Слушайте, а копье Фина дали лошадке-то? То есть походить надо, чтобы дали. А, он подожди, написано наземным боевым юнитом. Походу неправильный перевод. Походу хотя бы этих лучникам давали. Не, подожди. А почему нету копья Фина? Реально. Не, вот эти копье Фина у лучника есть. Но почему-то здесь он не отмечен. Блин, а как бы мне лошадь эту проверить? Нету наземных варваров, да, чтобы проверить. Наверное, и у лошади, походу, есть. Но просто не написано здесь. Подожду следующего хода. Мне ж надо квадрилемы убивать. Да блин, и здесь не пройти. Ладно, давайте, может, договоримся о проходе. Так, право прохода. Нормально. Вряд ли она ко мне пойдет так далеко. А вот мне по ее территории надо походить. Как бы мне еще найти, где территория Америки? Так, галеру тут завершили. Блин, тут бы гавань уже строить. Черт. Ну давайте пока монумент. Нет, даже тут, наверное... А, амбар я тут уже построил. Тогда давайте пока монумент. Деньги я все еще коплю на покупку еще одного пусела. Будет 935 стоить. Вау. Так, монумент здесь. И тут мне тоже гавань надо строить. Так, тут пока амбар. Очевидно. Конго объявил войну волен. Джибель Баркал достроили. Но это все неинтересно. Какое-то голосование в Конгрессе, на которое мы не приглашены, к сожалению. Гуманитарная помощь кому-то и принято военный кризис. А почему против Америки военный кризис? Туда и кореец зашел, и перс. Потому что, наверное, американец захватил город Перса. Поэтому. Убью лучником, выйти хочу галерой проверить. Так, тут убился Птакасаки, да? Тогда, наверное, или достроим амбар. Наверное, достроим амбар, ладно. А вот тут я бы переключился на гавань. Вместо монумента. Так, ну можно, видимо, скакать отсюда лошадью. О! Должны убивать. Выполнили задание Феса. Так, у нас тут 6 послов получается, да? Зашибись. Так, а сколько будет открываться картография? 5. Давайте проатакуем. Ну, тут вот тоже ГГшка меня вполне устраивает.
лечение пускай стоит. Плыву, хочу Америку найти. И тут еще дохрена места на самом деле у людей. Как минимум у Конго. Так, Джебель Баркал пофигу. Кореец объявил войну Америке. Ну, конечно, немножко странно. То есть они сейчас замирились с персом, получается. Но зато с Конго продолжается война. Ну просто не знаю, как кореец может... А у Кореи что, три города всего? Четыре. У Америки шесть городов. У меня прилично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И я еще ставлю. Веду как минимум, да. Конго шесть тоже. Персия шесть. Подожди, у Америки... У Америки шесть, причем один из них захваченный персидский Балх. Интересно. Вырубаем пшеницу. Могу миссионера покупать. Это надо. Чем мне бы где-то еще священные места поставить, но я пока не соображу где. Потому что у меня все-таки неплохая религия на рост. И в Токио как минимум. Путь, путь. Так, что это тут происходит? Тут апаем против морских юнитов. Тут тоже апаем против морских. И этим возвращаемся. Давай ты уже превратишься в город-государство, чтобы меня эти не убивали. Так, лошадкой куда мы поскачем? Не знаю, давайте пока в Якогаму. Черепашки. Ниндзя. Нету юнитов. Ну, мне где-то надо здесь, вот, наверное, стоять. Я сейчас поплаваю, стоять, ждать апгрейда и плыть отсюда в ту сторону. Тогда и лучника, наверное, можно уже вести куда-то сюда. Тут мы со всеми разобрались, я так понимаю. Так, торговца. Дендай торговца. Так, походу Осаку надо. Или Нагою. Осаку, я думаю. То есть, ну, в ту сторону пойду. Вот эти города буду обращать. Блин, это меня прикалывает. Катя, не первый раз вижу в играх с искусственным интеллектом, что он тупо игнорирует руинки. Просто, ну, понятно, что он его видит, потому что прям в границах, с границами города связан. Почему не собрано? Реликвию хочу. Два случайных социнститута. Вау, госслужбу, отлично. Потому что мы там до 10 хрен знает, когда вырастем. Отлично. Не, не буду менять. А хотя вот это можно убрать. Вассалы плюс 2. К счастью. Давайте, наверное, вассалов поставим. Даже, наверное, против варваров можно убрать. Давайте и тут поставим плюс, ну, к содержанию. И ускорили средневековые. Ну, средневековые ярмарки я бы и сам мог ускорить, на самом деле. Так, морскую традицию надо открыть и поставить карточку на соседство гаваней. Вызвать озарение для военной тактики. Это что у нас? Подожди, военная тактика тут. Убить врага при помощи копейщика. Вот это вряд ли.
Про Мартимиды только сейчас построили. Но у меня не было вообще где возможности, где его строить. Ой. А я не видел, что мне предлагают. Черт. Я просто... случайно нажал Escape. Ну когда ты в город превратишься? Два очка за то, что под флотоводцем убил. Перекупили Айутхаю. Там у них свои разборки. А мы тут на отшибе континента. Сидим, коробочки клеим. А, тут не проплыть мне будет. Ладно, сюда вернуться просто. Я, наверное, обработаю краба, а не вырублю. Чтобы жилье было в Сидзуоке. И давайте на автомат этих разведчиков. Собственно, и это, когда вылечится, тоже можно на автомат. Мне надо расставить гарнизоны по городам, чтобы вернуть Сидзуоку. Должны 53 культуры дать. 52. 53. Ладно, вообще 53. Типа 4. Как может быть нечетное число при умножении на четное? Видимо, там какие-то дроби. Там явно какие-то дроби. Угу. Так, посмотрим на мини-карту. Пока еще ничего не понятно, так что, мне кажется, моя рожа все еще лучше, чем мини-карта. Так. Во-первых, покупаем посела. Но это, по-моему, уже последний будет. То есть я сюда ставлю, да, куда у меня тут идет, вот сюда. И вот сюда ставлю этого посела, все. Жилье тут есть. Амбар, монумент. Ну, блин, я бы купил просто торговца, наверное. Купил бы торговца и строил строителя. Я понимаю, что лян у меня там. Надо вот это все выкупить и здесь делать ромашку уже. То есть в Якогаме надо будет правительственную площадь выкупить, чтобы это все вырубить. Так, значит, нам надо, я думаю, Магнуса, собственно, в Якогаму и пересаживать. Эти леса я не хочу вырубать. Так, значит, как я и сказал... А знаете что, давайте мы, наверное, в Якогаме купим торговца. Так, это, значит, строителя делаем. Делегация из Персии к нам прибыла. Мачу-Пикчу построили, можно забить уже. Как я и говорил, видите, можно было даже не рассчитывать на... Так, появился новый... А, город Болонья, отлично, вот. Ну, наконец-то. Ну, зато дал эти корабли прокачать на себе. Так, а Болонья, кстати, тоже какие-то прикольные районы своего типа больше дают. Да, надо сосоюзить. Тем более, у меня получается... У меня получается уже один посол в нем есть в Болонье.
Так, два жителя, 4. Значит, этот будем сначала обращать. Так, ну из Осаки в Токио тоже отправляем. А, он уже бегал. Ну, продолжит бегать. Так. Тут, наверное, из Сидзуоки давайте. Потому что из самого Токио нету смысла, правильно? Больше всего... Нам надо отправлять в тот город, где больше всего районов. Так, а из Сендая бегает, видимо, да? Тогда давайте из Киото. Ждем возможности апгрейда, лечимся. Я пока не высаживаюсь. Еще руинка. 20 единиц мирового влияния. Ну такое. Да, кстати, редкие ресурсы можем продать Америкосу. Наверное, приму. Давайте проверим стратегические. О! Кайф. Так, а железо? Не, ну я думаю, что он и за меньшее количество тоже, там, например, за 10. Нет, принять. Это его, значит, не продаем. Железо, значит, не продаем. А может мне сейчас просто понакупать караванов, а не строить их? У меня 259 вход. Строить я буду что-нибудь другое. Так, например, храм здесь, потому что это рост. Так, здесь я могу район какой-то сделать. Ну, наверное, промышленную. Промышленную давайте. В Нагое тоже могу район. Ну, видимо, кампус вот сюда. Благодаря тому, что у меня две ГГшки рядом научные, мы должны еще в них бросить... То есть, почему я строю кампусы в первую очередь? Потому что ГГшки научные рядом есть. Я смогу выхлоп увеличить, посылая туда послов. Not all who wander are lost. Рыбацкие суда еще и плюс 2. Вот, так, бонус для... Так, что у нас по... Строится один рабочий, да? Ну, давайте я куплю в Сидзуоке рабочего и поменяю карточку на рабочих. С шестью зарядами, видите? И ставим соседство для гавани. Это будет плюс 18 науки. Не только плюс 18 денег, но и плюс 18 науки. Круче, чем натурфилософия. Но это пока у нас этот золотой век только. Золотой век закончится и... И наука закончится в таком количестве. Так, есть картография. Пастбище плюс пища, значит, в стремя идем. Тут апаем. А, у нас денег пока не хватит. Может, в наемнике тогда открыть пока? Как раз поставим карточку. Давайте три хода открываем наемников, чтобы не так дорого апать в каравеллы и заодно денег накопим. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои
социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, о, два посла, это мы союзим Болонью. Зашибись. Это она дополнительно дает районы со зданиями. А, мне надо здание еще у них. Ну, во всяком случае, эти гавани у меня практически везде уже там стоят маяки. То есть вот сейчас плюс 10 стало. Но это, скорее всего, 5 маяков и 5 гаваней. Должно быть, следующим ходом Болонья больше начать давать. То есть должно быть плюс 15 гаваней, по идее. Так, давайте найти, что амбар. А здесь я вот этих, этого рабочего поведу вот сюда и буду выкупать вот эти клетки, чтобы строить ромашку здесь. Так, сейчас меня интересует, сколько будет дополнительно великих людей накапливаться за Болонью. Few inventions have been so simple as the stirrup. Так, военная подготовка, мы, наверное, ничего не меняем. Нам тут, я хочу наемники открыть. Да, плюс 15, видите, вот это Болонья добавила. Так, пожар пофигу. Еще одно племя варваров. Так. Нет, я, пожалуй, все-таки здесь поставлю город. А там лучше до тех мехов дотянусь, выкуплю. Даже, наверное, прямо сейчас. Слишком крутая клетка просто. Тут эти с амбара начну. Так, Сидзоку, потому что там жителей больше. Ну, кстати, не факт, что я смогу обратить. Там явно пока не влияет. Так, надо кукурузу собрать, чтобы здесь было место для геликарнаса. По-моему, геликарнас еще никто не строит. Не строил. Еще один посол. Ну, пока некуда мне отправлять. Кстати, универы бы. У меня, правда, еще и библиотеки нигде не построены. У меня, видите, задел. У меня 116 науки. Без всяких библиотек и универов, например. Что, мне надо проверить, что Колизей не построен. Не Колизей, в смысле. Да, Геликарнас есть. Кстати, и Колосс есть. Может, в столице Колосс построить? Дополнительный торговый путь? Это... для меня круто. Так, давайте, наверное, пока амбар. Не хочу тратить деньги. Можно было бы покупать здание, но не хочу тратить деньги, пока не апнул галеры. Акведук, военная тактика, форма управления 6 ячейками. Вот, там инженерное дело, наверное, стоит мне в арбалеты выйти. Пока. Хотя, блин, индустриализация тоже было бы неплохо. Лесопилка. Кстати, а чего я лесопилку до сих пор нигде не построил? Вот мне лесопилки надо построить еще. Ну ладно, все равно пока в машиностроение. Ничего не меняем. Блин, когда у тебя плюс 304... под денег, мне кажется, содержание юнитов, которые плюс 9 дает, так себе. Так себе карточка.
Что, обратиться? Обратиться. Так, сейчас мы откроем, получается, машину стрелять. Не откроем, но все равно неплохо плюс к науке. Хотя что у нас по религиям? 6, 3, 1. Да, я нормально религию распространяю. Хотя обратил внимание, что еще с этим модом компьютеры не особо в религию пытаются. Ну и правильно, потому что так они просто как-то упарываются в религию вообще по-дикому. Тут с амбара начнем. Еще руины. Смотрите, я рядом с Конго три руинки просто нашел уже. Сейчас мы, ну это так себе руинка. Написано, повторяюсь, опять же, написано 75, но это на стандартной скорости. Так как мы на быстро играем, то это все скалируется, соответственно. I'd imagine the whole world as one big machine. Открыли машиностроение. Ну, такое. Вот, а вот наемники надо ставить, да. Наемники, улучшение в золоте. Я хотел посмотреть, сколько я от караванов. 18 науки от караванов. Ну, примерно где-то 18%, в общем-то. Так, ап. 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 Этот работает на античности средневековья. На каравелла это действует? Нет. Поэтому можно просто использовать тогда его. Создает юнит ближнего боя. Так. Давайте спрячем. Блин, а может его перес... Кстати, давайте мы тут... Тут две каравеллы будет. И... Здесь у нас будет в этой, с этой стороны две каравеллы. Вот так сделаем. Великий адмирал дает... Ну, кстати, плюс одно перемещение. Отлично. Вот он. Так, где он у нас появился? Здесь. Его мы как раз перекинем. Вы нанимаете великих людей, которые хотели нанять мы. Ну, извини, чувак. Ты, для того, чтобы тебе нанять этого великого человека, тебе надо гавани иметь. Иногда, знаете, компьютер такие претензии. Вообще ни у одного, ни у одной цивилизации на карте, кроме меня, нету гаваней. Но кореец говорит, мы хотели его нанять. Как тебе насчет того, чтобы гавань построить, чтобы его нанять? Да ну, бред какой-то. Так, ну пока, наверное, держим этих послов, никуда не отправляем. А вот Америка, кстати. Надо с ним договориться о проходе. Есть храм. Что в Токио устроить? Отель может? Как вам шуточка? Кто понял, тот понял. Ладно, давайте библиотеки универа, раз у нас... В союзниках две научных ГГшки, в которых еще и послы как раз дают бонус универам, то надо строить. Так, божественное право. Блин, может мне в торговую республику? Я думаю, что надо в торговую республику с моими караванами. Ну, а давайте пока средневековые ярмарки просто. С моими караванами, деньгами и прочим. Так, здесь что? Институт гильдии, два универа. Давайте пока постепенно туда. Я на универы планирую строить. Блин, немножко странно, конечно. С флотоводца, смотрите, он дает плюс одно перемещение, да?
Но получается у меня каравелла, благодаря ему, так-то у него 5 перемещений у каравелла, но благодаря флотоводцу 6 становится, да? Но у самого флотоводца же перемещение 5, то есть он на один раз только дает перемещение, а сам не поспевает за этим юнитом. Получается так. Блин, может дать просто уровень? Я, наверное, следующим ходом просто уровень дам одной из каравелл и все. Сейчас перемещение камеры было. Блин. Я забыл. Да, этот флотоводец это очень тупая хрень. Смотрите, он не на том месте, где его использовали, дает юнит, а хрен знает где. И вот как, по мнению игры, мне эту каравеллу использовать. Здесь, кстати, это правильная идея, что вот здесь надо будет сделать каналы. Потому что они дают плюс промышленной зоне. Что пока эту каравеллу поддержим, пускай будет, мы ее выведем потом. Тут реально канал. Не знаю, стоит ли панамский канал строить. Но обычные каналы точно надо. Так, уважаемая Америка, не дадите ли вы мне право прохода? За 2 золота однократно. Согласен. Тонхендж только сейчас построили, прикиньте. Так, производство. И у нас еще 2 посла. Опять же, повторюсь, никуда их пока не отправляем. Ну, 120 науки. Так, давайте посмотрим по... В общем, я 2-й по науке, кстати, по количеству технологий получается. Где-то там неизвестный игрок у нас. Токио 10 жителей стал. Бонусы театралки, 2 жилья с 3 и более. Ну, это мы, наверное, поставим, когда сейчас торговую республику откроем. Так, книгопечатание надо отменить пока. Блин, кстати, а где мне акведук построить? Что-то какие-то такие места странные, что и акведук негде. Железо, могу ртуть купить. И слонов, да, это надо. Так. Редкие ресурсы никаких нету на продажу. Стратегические лошади 8, вход мало. Железо 4, вход. Хотя 4 вход за 11 железа, наверное, можно. Давайте. Блин, универ купить могу. Может купить, он тем более ускорит астрономию. А потом, а начну я тут лучше промышленную зону строить. Так, наверное, оставим. Надо 2 мастерские построить. Так, ну пока пингалу поднимаю.
Потому что пока нету правительственной площади, нету смысла... Блин, тут что-то надо строить пока. Ладно, давайте строителя. Сейчас это все вырубать надо будет. Одного строителя, потом правительственную площадь начнем. Так, этот у нас рабочий на вырубку идет. И деньги мы будем тратить на выкуп вот этих клеток. Так, восоки теперь у нас... Блин, хочется вообще кампус тут. Давайте кампус. Чё руинка? Каждая руинка Лёши витаминка. Что, отправить мечника за нею? А этих расставить по городам уже и успокоиться. Ну, типа, счастье, чтобы было. От карточки вассалы. Скоро тут появится ГГшка. Так, подождите, я хотел, кстати... А, меха уже выкупились сами, да. Какая странная расцветка, конечно, у американской цивилизации. Так, тут мы все поторговали. 4 исследования. Так, военную инженерию сейчас надо будет отменить и переключить. План утренней звезды уничтожен. Нет. Блин, круто, если это еще в ГГшку научную превратится. Кстати, можно... У меня же карточка стоит еще на скидку. Да, можно улучшить в арбалеты. Ускорит литье. Ну, этого тоже надо улучшить, раз у нас уже все. Карточки стоят. Артемида. Ну, мы, кстати, не можем нигде рурку построить, потому что просто нету рек. У нас одна река вот эта. То есть на рурку можно даже не рассчитывать. У нас тут такая морская игра получается. Йоханнесбург. Удзетянь. О, прикольная расцветочка розовая. Вверх или вниз плыть? Ладно, вниз поплыву. У нее что-нибудь есть вообще? Господи, смотри, какие у нее отношения со всеми на континенте. Вау. Ой, моя вебка зависла, походу. Блин, я уверен, это кто-то из вас сделал, чтобы... Чтобы я убрал вебку с мини-камеры, с мини-карты, да? Признайтесь.
Вот люди, конечно. Сингапур. Что Йоханнесбург, что Сингапур, кстати, дает производство за торговые пути. Плюс производство за каждый... А нет, это за ресурс. Но я буду послов в научные отправлять, я думаю. Блин, а здесь тут выплыв будет? Да должен быть. У нас вообще такой большой континент. У нас довольно такой большой континент. Так, висит у меня вебка? Да, висит до сих пор. Ну ладно, придется без вебки с вами покеда говорить, потому что уже исследование следующего континента, мне кажется, будет интересно делать в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, конечно же, по поводу того, что вы видите. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут уже прямо сейчас его поискать во вкладке «Сообщество». Спасибо большое вам за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси! Живе Украина! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.